Проходите в дом, я продаю дом. Проходите, пожалуйста. Дом расположен на 700 земли. Дом 210 квадратных метров. 2010 года постройки. Двухэтажный. Вот. Здесь 27 метров. Это у меня расположенный цветник с одной стороны и с другой стороны. Это ход постройки. В первой у меня комнате находится бильярдная, а во второй летняя кухня с подвалом. Вы можете пока идем рассказывать. Здесь еще находится инструментарий мужа. Ну, это мы потом все покажем. Сейчас давайте сначала пройдем территорию вашу, все посмотрим. Да, давай. По всей территории у вас забор, да, из профнастила? Да, да, да. Ну, это не по всей территории из профнастила, с лицевой стороны там кирпичный забор, кирпича. Ворота открываются с пульта автоматически. Вот. Второй выход. Второй выход. Сад. Это то самое яблоня, вишня, мальмала, это черешня, это абрикос, это маленькая вишенка тоже. Вот. Это слива. Это тоже яблоня. Это виноград. Территория заканчивается все. Вот да, все, да, это ваша, да, территория. Да, все. Да, еще там буду, еще есть летний туалет. Это малина засажена, это клубника. Ну все, давайте сейчас во двор пройдем, там посмотрим все. Здесь у вас есть вода, да? Есть, все есть. Конечно. Просто это самом... септик. Угу. Это септик. Септик вот здесь септик, у вас. Да. Угу. Потому что он был заложен этим плиткой. Потом плитку сняли, ребята. Это самое, нашли, где вход. А вообще он перетекает и идет вон туда. Но откачивать его практически не нужно, потому что здесь каменистая и такая земля, что это самое, песок. И оно все выходит, все впитывается, понимаете? Не надо его трогать, понимаете? Вот он здесь и все. Так что вот так вот. С соседями у нас хорошие отношения, дружеские, вот даже калитка, если по нужде, это самое, что-то надо, все, всегда придут на помощь. Все как положено, общаемся. Давайте сейчас мы с вами покажем весь ваш дом, обойдем его в круговую. Давайте. Пойдемте с этой стороны. Или с той? Давайте с той стороны. Давайте с этой стороны. Это, наверное, мастерская, да? Это мастерская, но грубопалка, я ее называю. А с правой стороны тоже живут соседи? Да, соседи тоже. Ну, конечно, соседи. В каком году вы дом купили? Мы купили его в 14 году. В 15 я уже переехала сюда жить. 15 года. Сделан год назад. Да. Год назад. И 2 года я заказывала, короче, этот самый, утепляла. Да. Утепляла. Сколько у вас вообще зимой за отопление? Не отопление, полностью коммуналка. Да, ну полностью коммуналка. Коммуналка где-то при пределах 3000. У вас 2 входа, да, в дом? Можно зайти и с огорода, и с улицы. Да. А Беся, это твоя сестричка? Нет. Это и полгода только.
Цветов очень много у вас, mm-hmm. смотрю. Зелено так, красиво, да, все. Да. Только недавно подстригла. Mm-hmm. Во дворе плитка у вас? Плитка, да. Только свежеуложенная. Вот где-то в 18-м году. В 18-м году уложили плитку, сделали навес. Потом цокольный этаж, это самое все, и заборы все полностью переделали, так что все свежее. Это брусчатка? Да, да, это да. Не плитка? Да, это брусчатка. Скажите, что это брусчатка. Это брусчатка, да. Это брусчатка хорошего качества, это, по-моему, выбор С. Да, с Новороссийска, Новороссийск, да. С Новороссийска привозили. Новороссийска, да. Бильярдная комната. Она у вас не отапливается? Нет. Нет, просто летняя, как летняя, вариант. Да. Вариант летний, летний вариант. Угу. А соседи не отапливаются? Нет, нет, тоже не отапливаются. Все это решаемо, можно сказать. Если захочется зимний вариант. Да. Один гараж? Да, гараж. Гараж тут не теплый, да? Нет. Я так думал, здесь не нужно. Тут, тут не нужно. Мы так просто спрашиваем, мало ли всякого. Я думал, что машину сюда не ставят. Нет, однозначно. Да потому что тепло. Конечно. Да нет, только просто... может быть. И лень, лень сюда. Да и лень, а зачем? Она в гараже стоит. Это летняя кухня. Летняя кухня. Что здесь есть у вас на летней кухне? Газ есть? Газ. Готовлю, заготовки делают. Вода есть. Вода есть. А там что? Что? А там тут у меня этот коврик, подвал. Проходите. Стены вот эти. Стены это панели, да? Да, панели. У-у-у. Подвальчик, подвал. Да? О. Закрома. Закрома. Еся, ты боишься, Еся? Иди, я тебя возьму. Иди, пойдем. Прохладненько так? Ну, конечно. Прохладненько. В литочке все. Сухой, нормальный подвал. Все как положено. Глубокий. Ну, да. Если боится. Это хорошо, когда есть такое место, где можно все хранить. Вот прохладненький вообще. Да, пожалуйста, проходите в дом. Здесь шкафы для обуви. Да, теперь веранда. Веранда. Да, веранда. Веранда. На полу плитка. Плитка, да. Окна открываются, окна, да? Да, да. Балкончик, что ли, да, балкон. Ага. Это у вас прихожая, да? Да, прихожая. Наверху натяжной потолок. Здесь этот МДФ, да, панели пластиковые. А пол какой? Пол это ламинат. Это ламинат. Везде по всему дому ламинат. Полы не теплые, но они достаточно комфортно себя ощущаешь. Везде ламинат. Проходите в комнату. Высота потолков сколько у вас? 2,85 здесь. Пускай. А комната сколько размеров? Размером. Не знаю, эту комнату не знаю, сколько размера. Пускай. Окно выходит во двор, да, с этой комнаты. Да. Кухня встроенная. Мебель будете оставлять? Да, мебель все остается, да. Все как есть, да? Вот да, 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 да. И вот это, и все, все. Все полностью. И... Все, и телевизор, в общем, все как есть. Так, здесь у вас, я смотрю, плитка, да? Да, да, плитка. Стены плиткой. Угу. Ну,
натяжной потолок тоже, да? Натяжной. Да, тоже натяжной потолок. Туда же нет. Здесь ванна с туалетом. Давайте тоже покажем. Да. Все. Только включить надо свет, а то темно. Да. Здесь стиральная машина и котел газовый находится. Вот. И туалет. Все в плитке. Пол не теплый? Нет, пол не теплый. Здесь тоже, смотрю, стены, все из плитки. Да, да, плитка окно. Здесь ванна. Два окна даже, да? Два окна, да. Проветриваем и все, как положено. Выход. Второй выход в огород. Это так здорово, когда вот так можно с этой стороны выйти. Да. Навесик здесь у вас есть? Да. Я здесь обычно белье сушу. Мне одной достаточно, поэтому и душ не намокает, и нормально. Видите, очень удобно. Хотя вот у вас вроде дом находится в дороге, но вот когда заходишь во двор, тишина. Потому просто что тихо. Далеко от дороги это самое расположен. Вот. Удачно. Планировка. Дом в глубине. Да. Оно тихо, дороги. Спокойно, птички поют и все. Да, да. Еще одна комната. Потолок 2,80 высоты. На потолке натяжные обои. Ой, натяжные потолки. Натяжные потолки. Вот. У вас столько много зеркал в доме, я смотрю. Просто очень много в каждой комнате и везде зеркала. Mm-hmm. Так, окно куда выходит? Давайте посмотрим. Там, во двор, в этот, на соседей. На соседей. Батареи тоже давайте покажем, какие. Обычные чугунные батареи. Ну да, это такие, как бы они хорошо ведь греют и дольше. И дольше служат, да. Если тебе не жарко сейчас, да? Здесь задекорированные батареи. Вот, убраны. Все как положено. Зал. Потолки здесь 6 метров высотой. На полу плитка, ламинат. Как, подождите, как плитка, ламинат? Ну, в смысле, ламинат. Ламинат. Да, потолки, конечно, вообще, знаете, сразу ассоциация с каким-то залом банкетным таким, это просторно так. Да. С дворцом. С дворцом, нет, да. Мне обычно говорили Версаль. Да. Окна выходят во двор. Как же их снимать? Ни разу не снимала. Ну, пройдемте на второй этаж. Здесь очень мощная сплит-система состоит, потому что она как производственная считается. На очень большую площадь. Но дома прохладно. Да. Ну вот она не включена. Они не включены. А, еще и выключены. Они сейчас не включены. С самого утра. Я их не включала. Я, например, вечером включаю в 6 часов утра вечера. 2 часа погоняла, и все. Мне достаточно. Это из-за утеплителя. Из-за утеплителя. Из-за того, что этот кирпичный дом и утеплитель, пеноизол по всему дому. Я специально приглашала, мне задували вот это пространство между, это самое, между кладкой верхней, это самое, и стеной пеноизолом. Сейчас мы поднимемся на второй этаж и посмотрим дальше, какие там есть комнаты.
Ну что, показывайте нам. Проходите сюда. Пожалуйста. Это первая комната, спальня большая. Здесь еще имеется выход на балкон. Проходите. Выход на балкон. Ой, как много места. Угу. По-моему, это, лучше... Да, это лиман. Да, да, это лиман. Это лиман, да, вдали там. Видно. Угу. Нет, мы предпочитаем всегда внизу на лавочках располагаться, сидеть, но общаться. Это может быть в такую погоду, в непогоду, как бы я имела в виду, что да. Угу. А сколько человек в вашем доме? Столько места много. Я одна. А вы одна живете в таком большом доме? Да. Если утром, например, начинаю уборку, то где-то, ну, в обед, где-то часам к часу я уже заканчиваю уборку генеральную. Быстро. Да. Приходится одной справляться со всем. Я все спрашиваю. Да. Ты уже видел рамочку? Да. Так. Зона отдыха. Зона тоже, отдыха, да, диван, два кресла и кондиционер. А окна тоже открываются, распашные, да? Да, 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 да. Можно окна открывать, проветриться. Да, да, достаточно. Сад. Угу. Ой, яблочки висят, сливы. Сливы. Все поспевает. Черешня только недавно отошла. Так, потолок. Это обои качественные, очень качественные обои. Угу. Очень качественные. Вот эти вот, угу, да. Угу. Они как получаются, как велюровые. Да. Велюровые. Вы это сами уже делали? Нет, это все было сделано. Это все было. Да, мы покупали дом. Ну и потолок, я смотрю, панели, да, это у вас? Да, 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 да. Лестница очень хорошая, такая крепкая. Видно, что даже не скрипит. Да. Идешь по ней. Потолок металлический. Да. Потолок у меня сделан, отделан металлом, металл, все, металлические листы. А скажите, пожалуйста, дом вы сколько хотите продать? А, дом продаю за 10,5 миллионов. Ну а по всем вопросам, которые будут интересовать, можно звонить по телефону 8-918-439-68-48. Большое спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания.